Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится Pixel 8 Pro, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, далее проходим в раздел «Система», и здесь выбираем «Сброс настроек», и нажимаем «Удалить все данные», нажимаем «Удалить», «Удалить», и ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.